В Самарской области запущен чат-бот по мобилизации. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Кировского района. С его помощью жители региона могут получить ответы на часто возникающие вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации. Кто подлежит призыву? Какое социальное обеспечение предусмотрено для граждан, призываемых из запаса? Содержится также и другая информация для призванных и их родственников. Чат-бот – это дополнительный способ получения информации без необходимости совершать телефонный звонок. С его помощью можно круглосуточно и быстро получать ответы на вопросы при наличии смартфона, ноутбука или компьютера. Для этого требуется приложение Telegram, установленное на устройстве. В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться за консультацией по короткому номеру 122. Необходимая информация также размещается на интернет-ресурсе «Объясняем.рф». В телеграм-канале Куйбышевского района публикуют рубрику «Дорожные сводки». В ней рассказывают, что дорожные рабочие приступили к ремонту Южного моста. Ход работ можно оценить, глядя на прикрепленные фотографии. 4 октября 2022 года исполняется 90 лет со дня образования гражданской обороны. Об этом напоминают в телеграм-канале Железнодорожного района. Знаковое событие произошло в 1932 году, когда постановлением Совета народных комиссаров СССР была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР. Сегодня гражданская оборона – важнейший механизм реализации всех основных задач, возложенных на государство в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности людей. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары в телеграм-канале рассказывает, как быстро подписаться на актуальные новости Пенсионного фонда и публикует QR-коды, с помощью которых это можно сделать. Информация может быть интересна не только пенсионерам, но и тем, кому скоро выходить на заслуженный отдых, а также родителям, усыновителям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Они могут получить ответы на интересующие их вопросы, разъяснение пенсионного и социального законодательства, а также информацию о государственных мерах поддержки.